собрались вместе сегодня поговорить о ситуации в республике, в экономике, в социальной сфере. В целом динамика положительная, очень это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде. Уверенно люди работают. Ну и хорошему взаимодействию с правительством Российской Федерации. У нас есть ряд серьезных программ, ну, задач, о которых вы сами все время говорите. Но я знаю, что вы подготовили список вопросов, по которым хотели бы, которые хотели бы обсудить. Пожалуйста. Ну, да, Владимир, добрый день. Спасибо, что нашли время, чтобы увидеться, встретиться. Но я просто хотел бы до того, как начать про республику, но это тем, с чем мы занимался на начало и по сегодняшний день на территории СВО. И думаем похвастаться даже хотели, что сделать и гуманитарное направление, и боевое. Но вот ваш отряд там показывает хороший результат. Каждый день берут плен, каждый день уничтожают технику. Никакие ауруси, Абрамовцы, как называют их танки, не страшны там. Как мы им, я считаю, что мы им делали рекламу. Самые наилучшие пожелания передавайте семьям их, самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этим. Если ваш приказ не выполнен, значит нам не жить в этом государстве. Мы 100% выполним. Спасибо. Ну а ситуацию в республике, я понимаю, так... Ну, в целом вы, по-моему, тоже оцените примерно так же.